Всем привет! Сегодня будем делать из этого баллона типа барбекюшницу. Давно хотел что-нибудь подобное замутить, но как бы не было газового баллона. А тут вот такой вот остался у меня бак от холодной воды. Здесь стоял насос. Насос живой, но здесь сдохла мембрана. И, соответственно, разберу его весь. Разрежу повдоль. Сюда приварю два навеса. Но сначала, наверное, поставлю на заклепки. Друг приедет со сваркой, он мне их прихватит. Вот. И здесь есть уже ножки. Там сделаем какое-нибудь, наверное, отверстие снизу. Посмотрим, как там в интернете делается. Будет здесь открываться. Ну, что-то такое под америкосов. В общем, я еще его не разбирал. Это даже воздух еще есть. Вот. Ну, сейчас откручу все болты. Какой здесь у нас вода какая чистая. Ржавчина. Убила его. Ну и погнали. Футбольный мяч. Вот никто не будет. Ну все, раскуророчил. Здесь был нитель. Вот такая у нее теперь задница. Осталось вот здесь вот разрезать. Разрезать буду не сразу всю целиком. Здесь сделаю пропил. Сделаю петли, чтобы уже потом не ловить ничего на заклепке на старинке. Вот. А потом дальше буду резать, и все, оно у нас само собой откроется. Он детвора шумит. Кому интересно, сейчас покажу. Посторонние звуки там у меня в домике играют. Это двухэтажный домик со своей лестницей. Так они сыграются. Сейчас самое интересное начинается. С голыми ляхами. Прижигает, надо куртяху одевать. Ну все, теперь осталось до конца дорезать. И посмотрим, что получится. Так, наверное, вот отсюда пойдет. Субтитры сделал DimaTorzok.
Ну, вот такую ручку сварганим, посмотрим, как оно. Короче, сейчас будем топить, жечь, все косяки вылезут. Может быть, эту дырку еще заделаем. В принципе, это достаточно туго открывается. Он не падает. Решетка здесь будет. Удобно брать. Сейчас разожжем костер. И все, какие косяки есть, недоработки, учтем. Сейчас разожигать. И будем жарить ля-кебаб. Ну вот. Час работы. Ну все, процесс пошел. Боевые испытания. Все, уже обгорает потихоньку краска. Зачищать не нужно. Обгорит, потом покрасим. Огнепорное, а может быть, и так и оставим. Процесс идет. Сейчас рядом поставим коптить. Процесс идет. Сейчас покажу. Пришлось переворачивать, то есть верх не допекается. Все-таки вот эту дырку надо закрывать. Здесь больше поддувает, надо закрывать отверстия. Или делать подобное с двух сторон, чтобы раздувались они равномерно. То есть мы их перевернули, люля-кебаб. А здесь коптится ребра. Но все равно имеет право жить такая конструкция. Я же говорю, я же не спец по железякам. Запах, конечно, обалденный. Короче, пожарить мы пожарили. Металл тонкий, нужно делать что-то покрупнее. Ну, сосиски получились. В любом случае надо переворачивать, делать какую-то перевертость. То есть с двух сторон надо даже и с крышкой не пережарить, ну, не жариться. Сейчас покажу вам, что у нас с ребрами. Да, блядь. Ага. Сейчас... Во, показывает крупный план. Только на дубовых стружках. Дуб залитый водой. И все. Стояло сколько? Где-то час, да, наверное? Нет, часа нету. Где-то 55 минут. 50 даже минут. Всем пока. Не забудьте подписаться, друзья. До новых встреч.